Всем привет зрителям, подписчикам канала. Поступил на ремонт телевизор Супра STV-LC32T400WGM. Телевизор после грозы. Откроем. В общем, вскрыл телевизор. Я уже за кадром подкинул другую материнскую плату. Это даже не знал какого. В общем, Орион. Телевизор Орион. Вот у нас родная. Я покажу, что тут. Здесь все повыгорело. Мелкие детальки. Фокусируется. Здесь вот пробой был. Видно, он там даже дорожки оплавились. Решено поменять материнскую плату. Включая телевизор. Так, получилась материнка от Ориона. Я сейчас постараюсь отпаять прошивку. В общем, пульт не подходит, не рулит. Будем менять прошивочку. Прошивку сейчас выпаю с родной платы и поставлю ее туда. С помощью паяльной станции играю в сторону сразу.
сейчас микросхема сева. Будем делать включение. В общем, включать был с пульта. Вот, все, включился. Был Орион, стал Супра. Теперь нужно подключить антенну. От Ориона взял материнку, когда к Супре подключил, он не на кнопки, пока не взял от Ориона блок кнопок подключил, он стал включаться. А вот на родных он не хотел. Сейчас родные кнопки робят, прошивку поменял и пульт робит. Так, заходим в меню. Автонастройка. Ставим СТВ, цифровое телевидение, старт, мутим телефон. Два телевизора поступило, еще плазма поступила, но будет в следующем видеоролике, там тоже материнка негодность пришла, тоже все поразорвало. Так, долго будет, я пока... До 47-го канала программы нашел. Так, вот 47-й канал подошел. Должно сейчас 10 программ. Ага. 10 программ есть. Да, и 3 программы. Сейчас 50-й канал. Еще 10 канал должно. Да, 20 программ. Да. Я не расстроился, на следующий год опять. Картиночка пошла. Меню почему-то не на русском. Вот, маркировка материнки. Но камера никак не фокусируется на нее. Здесь я вот выпаял память с нее, вот эта родная, после грозы. Также я сразу решил ток подсветки убавить, поднял два резистора по 1,5 Ом. Здесь
тут сборка из 4 резисторов, 2 просто поднял. И осталось мне собрать и отдать клиенту. Как вы сказали, дева-мастер боится, да? Ну. Что там, гроза вот прошла, да? Да там вообще огонь. Да. Матери там у соседей там внутри даже, видать, шаровая, что ли, полазила, так все, по-моему, убивала все здесь. Счетчики нафиг походила, видать, как они не пыхнули вообще. А? Страшное дело. А это, там еще же один меня тоже привезли, здоровый. Ну, там. Это Андрюха, сосед у матери. Ну, спутниковый приемник, хлам. А. И что, еще у кого-то, наверное, погорели, да? Или не слышно больше? Да, черт ее знает, деревня-то большая. Ну, не слыхать там больше, да? Телевизор древний. А где шаровая проходила, там ключевой? Ну там не жилой дом как бы. А, не живой он. Блин, у меня фотоаппарат на путь не лежит такой. Угу. Ну, старый. Угу. Как он. Блин. Тоже что-то забыл. Это тебе говорят, он да, значит, тоже. Это занимайтесь. Ага. Угу. Старые магнитофоны, приемники, это все собираю, там проигрыватель такой очень старый, аппаратура радиолу, может там, такие у кого. Ну там я, вот, видно нафиг. Ну, там дорожки, так а там, считайте, там прошло и туда прошило. Ну, там... оно везде помаленьку может. Да, долбануть. Везде помаленьку проходит там. Долбануть. У того-то там, че конкретно. Ну, а че нет-то, конечно. Да, блядь, как это. А, так она новый купила. Ну. Ты чё? Ну, а я говорю, так давай, я тоже хотел на кухню себе взять. Заберу, да, отремонтирую. А, ты этот забрал, да? Ну, на кухню-то самый раз небольшой. Ну, понятно, вон тебе. Или в комнату себе заберу. А какой взяла сейчас телевизор? Ой, чуть побольше. Побольше этого, да? Ну, за 9, ну, взяла. За 10 без рубля, блядь. Ага. Гаушмана. А, Гаушмана брали. Ну. Ну, в общем, я это поставил материнка-то от Ориона. Пульт не рулит, кнопки не рулят, но. Я Орионовские-то кнопки подключил, раз включился. Потом это. Память перепаял, все. Кнопки заработали, пульт заработал. Да, они же это, китайцы, видишь, они там повторяют там Супра, там Орион, там еще какой-нибудь, там, может, где-то материнка в 3-4 телевизорах, только прошивки разные. А это что ты настраиваешь через телефон? Это видео можешь посмотреть. А, ну, понял. Ну, а что, хорошее дело? Видео можешь посмотреть на канале. Наберешь канал Телемастер 222, и там увидишь эти ролики по ремонту этого телевизора. Все равно, оно вот даже блогер один. Да. Копейки. Так что, YouTube смотрите? Конечно, в интернете. Ну вот, можете меня посмотреть. В общем, телевизор отремонтированный, отданный. Успешно все. Подписывайтесь на канал Телемастер 222. И сейчас еще покажу, что не подвез клиент. Вот еще кинескопник. Один, два зачуханный. Придется их разобрать. Лемберг и Камерон. И еще там платы привезли. Так, материнку. Вот что-то. Какой-то видно усилитель был разобран. Так вот. Привезли. Так и не знаю какой. Что за усилитель был, вот еще плата от него. И, кажется, остатки кого-то. В общем, плата, приемник альпинист. Видим, динамик есть.
И все, вот от телевизора. Вот, похоже, это от Витязя. Бок управления. Вот все, пушку барахла подвелся. Клиент. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. Ну и на этом все. До новых видео.